Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров. Статуя Мечечи около 235 года до нашей эры. Дерево, гипс, краска, медь, алебастр, обсидиана 80x16x38. Данная египетская скульптура принадлежит захоронению периода Древнего Царства. На поверхности земли возводилось прямоугольное сооружение с одним узким входом в подземелье, где располагалась погребальная камера. Помещение гробницы не было рассчитано на посещение. Туда могли приходить только жрецы для осуществления ритуалов. Камера обычно богато раскрашивалась. В нее помещали статуи умерших, а также различные ценности. Естественно, таких почестей удостаивались только самые знатные люди. Перед зрителем портрет чиновника по имени Мечечи. Несмотря на реалистичность черт, облик идеализирован. Он изображен юным, характерной для жрецов белой юбки на специальном каркасе. Сокровища упомянутой гробницы, в том числе плиты с росписями, которые повествуют об укладе жизни Древнего Египта, хранятся во многих музеях мира, в частности в Лувре и музее Метрополитена. Вот такое описание к работе статуя Мечечи около 2345 года до нашей эры. Я нашел в интернете, пользовался текстом книги «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.